Уважаемые члены Согласительного совета, очень коротко. Я хочу сакцентировать внимание всех лидеров фракций и всех представителей здесь о важности принятия завтра неоткладно закона 3225, на который было наложено вето президента, с которым согласился комитет. Все готово для того, чтобы этот закон быстро доложить завтра. Спасибо. Я бы хотел бы по настоянию нашей фракции «Народный фронт», чтобы этот закон рассмотрели вчера в первой половине дня. Для его принятия достаточно 10 минут доклада главы комитета по согласованию и проголосованию. Потому что без этого закона не может полноценно работать национальная полиция.